Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе, на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Здравствуйте, программа «Актуально», в студии Илья Лапшин. Вот пока никто не может меня переубедить, я уверен, что одним из важнейших событий в сфере регионального образования стало открытие центров в